мэрии прошло совещание по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Нижнем Тагиле на 2017-2024 годы. На нем были намечены перспективные планы обустройства дворовых и общественных территорий муниципалитета на предстоящие годы. Всего у нас было заявлено 17 территорий. Сегодня 8 территорий, которые набрали наибольшее количество голосов жителей, значит, прошли следующий этап рейтингового голосования, который пройдет у нас уже в январе месяце. В числе предлагаемых объектов – лесопарковая зона «Пихтовые горы», скверы в микрорайоне «Муринские пруды» и за дворцом культуры «Юбилейный». Также в этом перечне площадь танкостроителей и общественная территория по проспекту Строителей. Более 208 миллионов рублей направлено на благоустройство дворов и общественных пространств Нижнего Тагила в этом году.